Сейчас мы ее будем загонять к Андрюхе в сервис, смотреть, что с ней, к чему, что с ней будем делать. В общем, будем делиться с вами своими наблюдениями. Не переключайтесь. Так, по лифту у нас сразу получается 19, 18, сразу плюс 18. Нормальная тема. Не, на УАЗике сколько-то? 50-70. Так, приступаем впереду. А тут у нас трабл. Укорачиваем проставку, чтобы не переборщить с удлинением. Конкурент сзади хоть есть, за что его ведем? Сзади нет. Итак, сегодня пробный заезд Волгалища. Андрюха решил протестить. Стравливаем Волгу. До скольки стравливаем? Фиг знает, сейчас померю. Я на глаз. До скольки-то точно стравливаем, да? 0,5. Ну, нормально. Так, ну что, съехали в Целину. Заметенная дорога. Волга тарит колье. Идет по сравнению с ее размером, кстати, снега кажется, что немного. На самом деле глубоко, я стою по колено. Ох, там нагрев перед собой, колеса аж передние не крутятся. Смотри, ну толкает. Толкает. Руль туда. У тебя колеса даже не крутятся передние, просто как санки. Поворачивать никак. Вот прямо. Я забор там не по мне, люди. Забор не наш. Короче, вывод следующий. Если не поворачивать, то нормально. Блин, я офигел, короче. Смотри, змея какая. Это монопривод. Ребят, это монопривод. Это не полный. Пока у нас не джип и Волга не полный привод. Да. Классно. Так, УАЗик в целом. Оп. Катается. Так вот это выглядит изнутри. Слушай, целяк вообще просто. Целяк, не целяк, идем. Колейка вот такая вот. УАЗик на 35-х чертит мостом. Так, вот глубина снега по колено. Смотрим. Вообще. Такси, такси. Где нам направо? Так, ну-ка, не его. Отдай по целине ты проедь. На меня. Не ездит, а Волга едет. Андрюх, ты дал прикол? Не едет. Повыше меня будет. Стоять! Че, Андрюх, пробуй выехать. Далеко не надо, стой. Волгалище топит. Ох, вот тут глубина. Прям просто безумная.
как выглядит пробивание. Оп, и пробили. Ну, короче, до уровня штатной шневы, грубо говоря, достали. Ну, да, она не штатная, она с лифтом. Едет, короче. Выглядит большим без труда. Так, пробиваемся дальше. О! О, как она! О, как она несет! Едет, 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 едет. Просто едет. Чертит мостом, кстати. Вот, как он? Оп! Что-то уперся во что-то. Тут уже пузо начинает садиться. Тут уже пузо начинаешь садиться. А они слева от этого холма должны были проходить. Мне бы назад, нам в ту сторону. Вот, давай вперед. На ней только прямо, походу. Ему надо жопой туда, на вас. Что-то я чувствую, не получится. Да, вот это проблема, конечно. Жопа, еще и жопа с заваркой. И когда жопа с заваркой идет вперед, завернуть ее практически невозможно. Ему надо туда мордой. Не. Вообще нам туда надо. Он развернуться пытается в данный момент. Развернуться, да? Или нет? Там дорога есть. Итак, возвращается Яндекс.Такси наше. Колес левее, вправо повернуто. Оп, стой, зем, песок уже роешь. Колес влево не повернуть? Нет. Застрял. Скоро трактором будет возить. Ну, немножко будет. Отвал варит уже. Такой, халтурить будешь? Да, буду отрабатывать запчасти. Так, сзади прицепного у нас нету, поэтому... Другонечко, да? Погаешь? Да. За серьгу. Далище. Руль, Андрюх. Тут прям такси пахнет сзади, вот, знаешь, как советские такси. Так, едем. Ага. Если не ехал, и там вот проехал прямо, еще какая-то дорога тут есть. Так, с задних рядов поснимаю. В принципе, отсюда и должен быть вид в таком автомобиле. Вид сзади. Сейчас я как только из лодки выскочу, сразу с синишкой к вам в лодку запрыгну. Рубил, говорит, хорошо. На, давай. Что там? С девятки хочет с нами кататься. Сейчас нет, наверное, как только вы нас вытащите отсюда, на шниве мы прилипли, тогда я к вам и запрыгну в это время. Ну, опция такая. У меня потрясет то, что это. Завел, заглушил, обогрев слетает. То есть надо постоянно его, ну, только хорошо. У меня тоже слетает. Надо, кстати, на клим, подсветочку, может, туда это впаять что-нибудь, отдать его куда-нибудь. Блин, без подсветки вообще неудобно. Надо там, может быть, лампочка только перегорела, достать, посмотреть. Я что-то как-то не знаком с ним, ну. Да можно любой радиомастер отдать. Они же на газелях такая же стоит. Так, мы поднабрали пассажиров. Еще. Как по асфальту. Сейчас вообще снег чувствоваться не будет. Будет просто ехать. В
конце какой деревни мы повернули налево? Все, какая тут диагонал. Все, проедем. Следующая деревня после... Макс пытается пройти это место. И походу... Скользнул в сторону. Диагонали здесь тяжело заворачивать. Волга прошла. Макс, я тебе пока рекламу сделаю, двери поснимаю. Видишь, застрял с пользой. А что ты, вьюхаешь такой? Все, стой, стой. Вьюхаешь? Практически хрен его знает, да? Сейчас может у нас уехать задний бампер, задний оси, да? За что зацепил-то? За рессора. За глушитель, сейчас есть глушитель с штанами. Что такое глушитель? Стой, стой, стой! Руки. Стоп, трос, трос, Андрюх, стой. Погоди, Андрюх. Вперед, чуть вперед, чуть-чуть вперед. Все, освободили. Назад. Не, ему еще теперь выехать сюда, бы. Сюда, сюда, сейчас. Все, хорош, вперед давай. Вот на горку, за пригорщик, заберись. Ой. Вперед. Блин, самому тронуть, не могу. Давай, давай, Андрюх, давай, ну пошел он. Кончи. Все, стой. Ой. Стой, стой, стой. Стой, Макс, трос порвешь мне. Все, вытащили. Одну эвакуацию Волга отработала. Мне нужен реально прицепной посередине, потому что ты вот дергаешься, жопа, она и так буксует на заварке, ее в сторону прям. Естественно. Ну, ровно посередине надо что-то. Прицепное будем делать обязательно. Вот так прям, вот выводишь вот здесь вот так. Не, на базе фархопа, и, ну, фархопа. Какой деревню повернули? Помнишь, как ты говорил, Алик, кстати, на базе джип Эдигейда, помнишь такой? Какой-то. Сверху, чтобы можно было прям накинуть. Объясняю, дорогу объясняю, блядь. Помнишь? Трехлитровый, может быть? Вовки? Да. У них они на Opel Astra сюда едут. На Opel? Да. А что, как мне здесь проект? А все, Вазик помер. Слушай, мы подъем дальше, мы проехали? Нет, подъем дальше, он скоро будет, да. Слушай, честно, будем. Так, посмотрим, как пройдут остальные. Патриот. Патриот проходит. Нива Шевроле. Пошел. Так, еще одна Нива Шевроле на блокировочках. На всех по кругу. Вот из-за блокировок видно тяжелее вписываться в поворот. Слушай, а вот у вас проходит прям, да, заворачивает? Когда блокировка на Ниве включена, вываливает туда. Когда на Ниве блокировка включена, она не проходит. Так, дальше дорога что-то кончилась. Перемело все. Нет, он куда-то идет. Перемело прям хорошенько. Вот мы на территорию уже военного городка заезжаем. Военного полигона. Здесь такая полоса препятствий, короче, как на ралли. Итак, доехали до точки, которая раньше была КПП. Сейчас колесо проверим на Волге. С таким комфортом я еще не путешествовал по лесу. Так, наткнулись на дерево. Так, антигелик накатал. Чем машину ломать, я так думаю, проще. Ну, кстати, можно антигеликом попробовать. Пройти.
Так, почистили охлаждение. Продолжаем. Брюхо. Пропрыгнул. Промахнулся. Прокатанную. Выезда на волгалище. Эта проблема не парит. Офигеть, просто офигеть. Вот как она там едет? Слушай, там тоже дерево, что ли, было? Походу. Под снегом не видно. Да, да. Смотри, она ездит вообще просто по глубине. Трёсер едет, все снимает, все клюет за ним. Да, мостом клюет. Антигелик катается. По пирзу, интересно. А, ну сейчас. Нет, поменьше. Интересно, по пирзу. Такой по черпает. Такой просто поезд спереди. Вот здесь. А это этот берег? Вот, да. Мы вот здесь гоняли. Вот здесь горка была, про которую мы говорили. А мы вот с тобой. Мы доехали, повернули налево. Где надо было направо, мы повернули налево. Вот. Вот нам надо вот сюда возвращаться. Можно вот здесь, прям на берег, и в обратную сторону идти. Разрез идет, надо ездить в одну колею спереди, тогда идти будет заметно легче. Стой, у тебя передняя пустая. Ух ты. Я думаю, что-то тяжело идет. Надо качаться тогда. Эти машины как у младенца, все в первый раз. Первое это спущенное колесо, первая эвакуация. Да что-то подсдулись маленько. I like to do it, do it. Все, спуск к берегу дальше. Говорят, что-то там жесткое впереди. Пытаюсь повернуть. Не, назад надо больше. Вот она вперед. Вот сейчас пойдет. Чувствую, прям пойдет. Во, вот так потихонечку накатывай. Слушай, аккуратненько на ней вообще не получается, на ней вот только топить. Да, у нее нет внизу. Во. Либо сцепление же. Хорошо заварка, да, руки помогает. О, пошел. Считается очень сложное место. Блин, где? Во, все. До целины дошел и все. Я смотрю, мы доехали до туда и мы. Все, дальше не надо назад. Не надо, не надо, сейчас сядешь там в кусты жопой. Зацепишься за кусты опять. Все. У тебя правая сторона провалилась. Как ни крути. Слушай, ну прошел нормально. О, это монопривод. Это монопривод. Эти сзади кричат, говорят, мы до сюда же доехали. На полном, да? Да, да, смотри, смотри. Блин, тебе бы еще, кстати, было бы кому тянуть бы. Чтоб тебя было кому тянуть, наверное, чтобы кто-то туда проехал. Назад давай. В другую сторону лучше. В принципе, можно меня назад дернуть и проехать вперед. Тебя можно спихнуть направо. Может быть, она по низу пойдет прям. Можно толкнуть, я руль туда выключу. Слышь, развернула. Я пытался сюда вырулить, а никак. Ну, так, это так, для понимания уровня сложности. Марк, давай наверх, Марк. Пойдет. Пока прохлада.
быть. Не, я дальше проехал. Да? Да. А что следов-то нету? А я дальше проехал. А что следов не видно? Как не видно? Вон они. Где? Вон по кустам все вот это щемится, ну, это я был. Это по кустам. Давай тебя вниз столкнем морду как-нибудь и это. Вот мои следы. Вот. Пусты кругом. Тут маленько осталось. Да, двинься, давай, давай. Назад, Андрюх, вот так и назад. Туда, в Волгу. Это же Волгу. Давай. Раз, два, пошел. Давай. Руль прямо. Не, руль. Не, не, назад или вперед? Вперед. Проб сейчас закидает, закидает. Стоп. Сука, я верю в тебя. Стой! Потихоньку. Я уже сейчас и будет так скидываться, правильно? Да, вот так тоже. Стой. Не, разворачивает. Не, надо пропускать кого-то. Стой, вперед. Стой. Нормально. Там не, там сзади просто правая задняя может провалиться. Подожди, сейчас у вас наверх, если пройдет. Ты топчи прям помаленечку, вообще по чуть-чуть, топчи вперед и все. Еще УАЗик как раз такой же скорость привел, продвигается. Не, стягивай. Кати! Хорош? Давай, сейчас пойдет. Как я ведь на ними поеду здесь? Волгами своими, я УАЗиками. Я в прошлый раз нормально проехал. Думал, сейчас лайка пройдет. Оп, хорош. Хорош? То есть вам? Нет, такой же подъем. Разозлился, контакт. Все, если ты раза два-три спустишься, поднимешься, все набьешь. Хорош? О, много. Повалился, да? Сейчас я хочу в полку. Чуть назад. Чуть назад еще. Раскачивай. Все? Да. Все? Не едешь. Еще. Дед Маску подпекает. Еще. Нет, тебе маленько побольше надо назад. Чуть запрыгнуть на бугорок. Сцеп. Все? Ну пусть постоит. Срыл бугорок. Да, стой, аккуратно. Стой. Как давай, два солдата. Сейчас, подожди, не-не-не, подожди, отойди аккуратно. Сейчас. Не, один точно нет. Ну, один точно нет. Вообще все неправильно, парни. Снимать меньше надо, надо больше тянуть. Во-во-во, пошла, пока вы там это. Андрюх уже уехал, пока вы разговаривали. Давай. Это курсовая стабилизация. Потише, не газуй. Один выпал. Андрюх, упряжки выпал один, погоди. Ну смотри, ты мою шевролюху догнал. Да? Стоп, там дерево справа, по углу прям. Я этим деревом зеркало целовал. Вот здесь. Здесь завис? Вон, смотри, вон моя жопа сидела где. Короче, волжалище получается
Вот я дальше проехал, вот. Там дальше уже не поехал. Че? Вы сказали. Че, наверх, Андрюх? Погнали? Сюда наверх, сюда наверх. Был бы лебедь, да, сейчас отлебедись бы, уехали, да? Да. Что, погнали? Может, за одну все-таки его смотреть? Не, надо за одну. Ну, все нормально. Отдохни, она устала. Ну, блин, начинается. Мозг загорел на воне. Сцепление воняет. Ну, как, когда расцветет, как стоп, стоп, выйдет. Аккуратно трос сейчас намотайте. Что-то не хватает, ребят. Ну? Да нет, нормально, ребят. Сейчас веточки привяжем с тросом. Сюда ближе бери, сюда ближе. Сань! Сань, белки! Вот туда! Вернись! Кинься тросов в батьку! Так, расклад следующий. Волга дальше сама не едет. Я вот сюда вот. Толкать ее что-то надоело все. Не, сюда. Решили залебедить. Хантер объехать ее просто по такому склону тоже не дается. Ну, невозможно. Нет такой ситуации. Нет такой возможности. Сейчас пробуем залебедить Хантер за верх, за деревья. И потихонечку, как человек-паук, он поцарапаем, ну, как-то так вот. Пройдет. А? Ну, Волгу можем поцарапать. Купится нам новую за 30 тысяч. Короче, надо... Не буксуй, не буксуй. Поровней колеса, куда? Куда? Все. Вот так, стой. Народ, вы бы оттуда маленько ушли бы с угла бы. Все туда колеса, туда наоборот, туда. Зимой. Нормально. Его надо за Волгу завести. За Волгу меня тоже завести, за Волгу надо, на Скворцова. Нет, тебя не получится, может только Волгу за Волгу завести. Давай, пойдем. Так, плавно. Давай, давай. Колеса направо маленько, Дэн. Я думаю, надо переступать лебедку. Нормально, колеса направо делай. Чуть-чуть. Все, вот так, прямо, прямо, прямо. Плавненько, плавненько. Да не, наклон маленький. Отсюда видно. Оп! Народ, вы между Волгой и УАЗиком там не стоите лучше? Я стою. Да ты не стой. Поверь мне, ржавые гнилые двери Волги этого не стоят. У меня была Волга. Вот память о ней не обидит это. У меня 24-я была. Давай перецепляться, стой, стой. Так не, идет, идет. Стой, постоянно уже прошел. В общем, ты две трети Волги прошел. Ну, надо угол поменять, надо. Надо перецепиться. Стой, давай. Перецепляйся. Нет, нет, не поедет. Потому что не поедет, пусть не плохо. Поставь лебедку, сам стоишь, нормально. Все. Да, да, стою. Нормально, нормально. Так. Пошел, гонят. Хорошо, да. Да, лебедка вот. Летят руки. Отпускайте лебедку. И сейчас так у морды вертикально вниз, раз и упал в кусты. Колесами? Колесами, спойте. Пошел, 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 пошел. О, все нормально. Все. Все, Волгу прошли. А шаг где? А. Расставки. Андрюх, наш план не сработал. Ну это будет, вот эти 60 метров то будут очень серьезные, что просто. Ну, очень долго. Ладно, я могу, если не здесь брать, то вернуться и ехать обратно. Макс, а что так печально сколько? Следующий.
По стросам он не поедет так. Ну опять надо сейчас 100% наверх тянуть. И сейчас каждого так надо тянуть. Че, разворачивайся? Сейчас подождать, сейчас придется каждого так делать. Сейчас не ты один сползаешь. Сейчас Макс точно так же будет сползать. Он до земли докапывает, да? Идет. Ну у него полный привод и 35-й. Что-то Андрюх встался, ты будешь ехать или что? А, ну я вот... Тропинку протоптали. Наблюдаю просто. Анализирую сложившуюся ситуацию, да? Тропинка вообще как бы, ну, нормально. Макс, а ты что встал? А я что, по Волге поеду? Ну, как вариант. Чуть-чуть правее по Волге. Что-то там искрит. Искрит что-то у тебя. Ну-ка, выключи свет. Это в ушах нагрелся просто. Ни хрена себе нагрелся, как бенгальский огонь. Ну, ладно. Я издалека иду, прям смотрю, такая эскиз. Сейчас слабо, а он тебя до этого прям вообще прям... Ну, а что это может быть? Искры, прям как из бенгальский огонь. Андрюха, а что это у меня из глушака-то фейерверк? Слушай, ну это ты там наваливал, поэтому и пошел фейерверк. Но это как бы норм или не очень? Сейчас остынет, нормально. Готовите поршни, обгорает. Он меньше стал, я вот его и увидел, еще вот на середине пути. А, может, внутри вот эта вата, вот это наполнитель, может, обогрела. Там народ не на шутку разбушевался, вытаскивают. Волгу наверх. Закись. Закись дров, закись березы. Да, да. Наша экспедиция потерпела фиаско. Так, да, разворачивает. Назад, только колеса выкинуты в другую сторону. Еще. Давай назад. Волгу зарыли, как это говорится, по самые помидоры. Дефары. Хорош! Так чувствую. Слушай, чуть назад давай. Хорош. Все, сейчас полетит. Все, стой, наверное, стой. Хорош. Забай-то крепкий. Вазик, ну что, удобнее, давай. Хорош. Стой! Стой! Но троса не хватит, там назад не хватит. А ты на тросу хочешь? Андрюх? Троса не получится. Так, на тросу поедешь? Да я не знаю, она сама не поедет. Ходи, давай лучше сюда его тащить руками. Нет. Что-то вы не совпадаете с Максом. Макс, стоп. Трос, давай, вперед. Андрюх, чуть-чуть левее.
сам вроде еду. Сейчас, Макс, погоди секунду. Стой. Отцепи от Макса. Вов, переднюю свою. Да, это. На... Че, Андрюх, пробуй. Сейчас тросток подберу. Алекс, может, все, камеру руководить, его бы там вкатить. Я помогу. Вперед! Давай, раз, два. Блин, нет. Стой, остановись. Возьми трассу. Пробуй подняться обратно. Частники. Оп. А не так-то это и просто. Макс, дай 5 метров назад, вперед пойдешь попадово. Отойди. Че, Андрюх, ты дрифтом будешь? Ты, говорю, дрифтом будешь или на трассу? Ну, где заставишь, да оттуда хочу доехать. Стоп. Должна пойти. Давай. Жми, Андрюха, не жалей бензин. Пойдет 100% прям. Одна лошадиная сила выпала сзади в процессе. Давай. Иди, до земли дорывай. Назад. Хорош! Давай. Все. Передний, по-моему, спадает, да? Сейчас в раз набой колея идет. Правее. Хорош. Макс! Правее. Он стоп. Изначально в ней не был. Назад. Хорош. Не, руби прямо, Андрюх, руби прямо, не уходи. Руби прямо. Чуть назад вперед. Стоп, давай. Все, давай. Ну, на танкетке деньги кончились. Да. Ты смотри, как легко пошла. Угу. Давай теперь следующую. Вов, давай тебя. Нет, тон 300 раз. Прям очень. Прям хорошо. Ребят. Прям оба колеса гребут. Класс. Макс, стой! Макс, стой.
Ну все, ты просто обязан сам выехать. Прям вообще отлично, Санька. Вот я, например, теперь... Ну, только вытолкнуть из этой ямки. В битве тазов. Кстати, а куда ему дальше деваться? Сам в подъезд. О, смотри, оперативно сработано. Прям оперативно, да. Как будто каждый день так делать. Так, на пробой дороги дальше. Пошла Нива. Что-то не идет у нее пробой, попробую я. Дай нам попробовать, Волга. Шесть с половиной тысяч оборотов делают свое дело. Ну что, дамы и господа, прошло первое боевое испытание, первый боевой выезд Волгалища. Показала машина, что даже на моноприводе, в принципе, можно кататься в такие, ну, лайтовые внедорожные экспедиции. Едет примерно наравне со стандартной Нивой на заднем приводе. Вот. Понравилась ли вам Волга? Понравился ли вам маршрут? Понравился ли вам кто-то еще из сегодняшнего маршрута? Пишите, конечно же, под роликом. Будем рады читать ваши комментарии. Если вы еще не подписаны на этот канал, обязательно подписывайтесь. В дальнейшем данную Волгу мы будем дорабатывать, дорабатывать и дорабатывать. С вами был Алекс, канал Не Тормози Лайт. Всем пока.